Архитектурная и градостроительная концепция была принята Нацбанком за основу при разработке эскизных проектов нового ряда серии банкнот 2000 года, как формирующее представление о нашем государстве, нации, ее прошлом, сегодняшнем, настоящем. При рассмотрении двухсотки мы рассматривали, почему Могилевскую, потому что мы хотели в первую очередь изобразить и присутствие в нотном ряде всех наших регионов в основном. Как вы помните, на ранее выпущенных банкнотах вы видели Витебск, видели Минск, видели Гродно и другие. Ну, пришла как бы очередь Могилева. Там было три объекта. Был театр Могилевский, художественный, по-моему, там 1888 года строения. Ну, несколько видно по своим техническим и состоянию, и характеристике, несколько он не вписывался в разработку, поэтому было принято решение по вот данному музею, который довольно в хорошем и художественном, и там присутствует интересное архитектурное решение и так далее.